привет. Мы находимся в ресторане «Рыба». Он очень-очень высоко. Над Малой Невкой. Улица Академика Павлова, дом 5. Здесь телебашня. Здесь очень красивый вид на Дневой. Вот Кантемировский мост. И здесь есть детская комната с няней. Сейчас мы туда пойдем. Да, Викуська? Пойдем в детскую, Даня уже там. Стоп, надо снять ботиночки. Ты мне помогаешь, да? Все, можешь проходить. Да, это там Данечкины. Вот твои. Заходи. Ты прям как взрослая села такая, да? Ты взрослая? Ты тебе бумажку дали? Бери карандашик, бери. Да я тут. Я прям больше, чем на 50 сантиметров удалилась. Будешь рисовать? Там есть пеленальный столик. Она у нас еще в роте пока что все. Закрывать будем? Да, рисуй. У тебя там какая деятельность, Даня? Вот какая-то интересная машина, да? Грузовик-то мощный, да? Огромный. Это был репортаж из ресторана «Рыба», где есть прекрасная детская комната с няней. В пятницу с 5 часов, в субботу и воскресенье. Всегда няня вас ждет. Подписывайтесь на мой канал, кто досмотрел до конца. Ставьте лайк, если это видео было вам полезно хоть немножко. Я буду поднимать журналы, которые уронила Вика. Всем пока, хорошего дня. Покажу вам другие места для детей, когда будем в следующем интересном местечке. А вот так вот мы выезжаем на лифте из ресторана «Рыба». Лифт совершенно прозрачный. Мама, нам нужно покатиться.